Установки светофора на перекрестке улиц Черновицкая и Гоголя ждали и пешеходы, и водители. Это единственная возможность спокойно перейти дорогу для одних и спасение от пробок для других. В итоге летом этого года светофор установили, однако сейчас он не работает. Машины не останавливаются, едут. Вот и стоишь, ждешь. А сколько не работаешь уже? Да все время не работает. Его не включали ни разу. Лучше бы, чтобы светофор работал, конечно. Но его поставили, но он же не работает. А так, пока нам хорошо, машины всегда все уступают. Машинам плохо. Мы же идем беспрерывным потоком. Хорошо бы, если заработал. Хотя машины останавливаются, но пусть светофор лучше. По неофициальной информации, установка светофора обошлась бюджету в 800 с лишним тысяч рублей. В эту сумму вошли монтаж, электроснабжение, лабораторные испытания и пуск, который до сих пор не состоялся. Днем еще здесь можно проехать, но в часы пик, когда люди возвращаются с работы, с промышленных предприятий, здесь бывает огромная пробка. Это место очень оживленное. Здесь переходят дорогу жители по пути на рынок или в магазины. Рядом остановка. В большинстве случаев водители останавливаются, чтобы их пропустить. Из-за этого возникают пробки. Но жители надеются, что рано или поздно светофор заработает. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».